Константин, добрый день. Вы на большом экране, вы в эфире. На вас смотрит почти миллион москвичей. Ага, рассказывайте. Добрый день. Рассказывайте. Меня видно, всем слышно, хорошо? Да, вас видно и слышно всем. Угу. Так, демонстрацию экрана включаем. Да. Сейчас все отлично? Да, прекрасно. Мы видим хорошо презентацию, даже видим в левом верхнем углу вас. Ага. Уважаемые гости, добрый день. Точнее, вечер уже. Меня зовут Константин, я руководитель проекта CallBQ. Сейчас я начну свою презентацию. Наш сервис обратного звонка. Сервис решает проблему с долгими дозвонами до компании. Многие клиенты бросают трубку, так и не дождавшись ответа от оператора. Приходится постоянно выводить добавочные номера, это раздражает многих клиентов. Мы все упростили. Достаточно заказать звонок с сайта. Для клиента это бесплатно. Менеджер компании ответит на звонок мгновенно. Неважно территориальное расположение клиента и менеджера. Наша система гарантированно за 8 секунд соединяет. Также наш уникальный мультивиджет увеличивает конверсию на 30% за счет индивидуального текста для каждой страницы сайта. Виджет помогает клиентам не терять посетителей сайта. Он остановит посетителя, готового уйти. Сделает посетителю безотказное предложение. И обеспечит мгновенную связь клиента с магазином. Также наша система дает возможность выбрать клиенту менеджера. Это фундаментально новый подход, где все звонки привязаны к конкретным сотрудникам, а не компании. Клиент видит открытые лица людей и может выбрать любого менеджера для связи. Просто кликнет на нужного сотрудника, и он перезвонит за 8 секунд без ожиданий и без вечных переключений. Алгоритм системы работает следующим образом. Когда звонок поступает менеджеру, робот проговаривает голосом, с какого сайта поступил звонок, имя клиента, источник запроса, также ключевой запрос. Наша система работает на смартфонах и планшетах. В среднем наше тестирование показывает, что конверсия в мобильных устройствах увеличивается на 10% за счет того, что некоторые сайты не оптимизированы под мобильное устройство, но человеку просто достаточно нажать на кнопку, которая подстраивается под любые экраны, и система также соединяет за 8 секунд. Также у нас аналитическая машина. Она определяет и ловит клиенту по анализу поведения на сайте. То есть учитывает поведенческие факторы, анализирует поведение по 6 параметрам, находит потенциальных клиентов, не трогает холодных посетителей, чтобы не раздражать. Также сканирует и собирает данные по 6 пунктам информации. Это имя, телефон, источник, город, в котором находится клиент, IP-адрес его показывает и часовой поиск клиента, чтобы можно было перезвонить и сразу было видно, то есть сколько часов сейчас находится у данного клиента, часовой пояс. Сейчас в среднем клиент в России нам приносит от 8 до 30 тысяч рублей в год чистой прибыли. Затраты на привлечение клиента от 300 до 1000 рублей. Жизненный цикл в среднем 1 год. Бывает и больше. Ближайший наш план развития – это выйти на зарубежные рынки. А в ближайшие месяцы выходим на рынки СНГ. На данный момент в сервис инвестировано более 1 000 000 рублей. Нам нужно 5 миллионов рублей. Инвестор получает долю в размере 20%. Если мое предложение вас заинтересовало, вы можете скопировать, сфотографировать мои данные, позвонить. Теперь я слушаю, мне есть Константин, пару минут, спасибо чтобы большое. Ваши вопросы. Мы хотим вас увидеть на большом экране. Все поблагодарим за презентацию в Челябинске. Сколько времени сейчас? Между прочим, это был Челябинск стайл, на секундочку. У нас на 2 часа плюсом. 2 часа плюсом, ну ничего, еще не поздно. Кость, спасибо большое, мы переходим к следующему стартапу.